один из самых распространенных вопросов – это какой водопылесос использовать для того, чтобы можно было делать химчистку в автомобиле, то есть для того, чтобы собирать крупную грязь. В нашем случае это Panda XP 515 от компании Портотехника. Это наш пылесос, мы им пользуемся. Мы не только... Это однотурбинный пылесос, достаточно мощный. Этим пылесосом мы пылесосим наши производственные помещения, склады, наш шоурум мы пылесосим. Ну и сейчас мы будем пылесосить автомобиль. Здесь, напомню, стоит одна турбина. Автомобиль достаточно загрязнен у нас. В общем, поехали. Преимущество пылесоса в том, что он достаточно тихий, но при этом мощный. То есть у нас здесь есть какая-то листва, какие-то камни. Все это в карпете. И собирается это все без проблем. Еще хуже у нас дела обстоят в салоне, потому что здесь есть мелкие камушки, всякий песок. И я думаю, что Panda XP 515 с этим тоже справится. Для этого мы надели щелевую насадочку. Вообще без труда собирает. И остается карпет чистый. Еще одним большим преимуществом Panda XP 515 является то, что у него большой сетевой шнур, что позволяет использовать пылесос вокруг автомобиля. То есть не нужно перетыкать розетку. В одну розетку подключились, растянули шнур и просто ходите вокруг автомобиля и пылесосите салон с разных сторон.